Ко дню рождения готовится Ярославль. Праздник намечен на субботу, 31 мая. Хотя дата не совсем круглая, соберется немало гостей. Из столицы прибудут представители федеральных органов власти, сенаторы и депутаты. Ожидается приезд нескольких мэров городов центра и северо-запада России, в том числе Твери, Череповца, Вологды и Костромы. Будут и зарубежные гости, делегации из Ювяскюля, Эксетера, Вильнюса, Палермо и других городов, которые связывает с Ярославлем давняя дружба. Гости приглашены на главную церемонию праздника на Спартаковце, а также примут участие в закладке капсулы на месте строительства нового жилого квартала. Одно из таких доминантных мероприятий – это закладка капсулы на месте строительства будущего жилого комплекса на Свободе 62. Ну, это условное название, а Ярославцам оно известно как территория бывшего завода Ярославской топливной аппаратуры. Корпуса были разобраны, старые заводские корпуса, и площадка на сегодняшний день полностью очищена от строительного мусора. И вот в День города будет дан такой символичный старт началу нового освоения этой территории. Будет общественности и гостям города предъявлено проект планировки, проект застройки этой территории. Застройка будет комплексная. Там есть генеральный инвестор, который будет строить прежде всего жилье.